Я приветствую всех, кто сегодня с нами в эфире «Территория Тольятти». И сегодня мы, как коренные тольяттинцы, отмечаем юбилей автозавода, а значит, в центре внимания – автомобили и все, что с ними связано. Одни восстанавливают антикварные автомобили, другие делают новые еще современнее. Несколько лет назад увлечение тюнингом охватило едва ли не весь мир. Обойти тольяттинцев это явление не могло, статус города-автопроизводителя обязывает. Но в основном меняли облик вазовских машин. Люди, пересаживаясь на автомобиль импортного производства, зачастую думают так, что зачем мне делать тюнинг, это и так иномарка, ей ничего не нужно. Члены этой команды задались целью сделать девайсы самых дорогих автомобилей доступными каждому. Например, над конструкцией электроспойлера бились целый год. Деталь почти готова, осталось доработать и покрасить. Так из хобби в небольшой мастерской увлечение тюнингом выросло до серьезного производства. Заказы поступают даже из-за границы. Выехать на таком автомобиле на дорогу приятно и престижно в любой стране. Клиенты говорят, качество, как в Тольятти, нужно поискать. На сегодня это все. До встречи через неделю. Территория Тольятти. Нам есть о чем рассказать.